Приветствую всех, это Уильям Амзалак. Я приглашаю вас в наш пятый эпизод Джанесс Лонджевити ТВ. Резерв. Резвератрол. Эти два слова звучат очень похоже. И это, конечно же, неспроста. «Резерв» — это продукт «Джинес», а «Резвератрол» — это один из основных ингредиентов этого продукта. Но он не единственный. Этот продукт содержит 8 дополнительных активных ингредиентов. Вишня, алоэ вера, гранат, зеленый чай, голубика, косточки винограда, ягода асаи и виноградный сок. Почему здесь все эти экзотические ингредиенты? В основном, потому что они мощные антиоксиданты. Антиоксиданты означает против окисления. Так, что же такое окисление? Это то, что происходит с яблоком, когда мы отрезаем кусочек и оставляем его на воздухе. Яблоко становится коричневым. Это и есть окисление. То же самое происходит с металлом, когда он ржавеет под действием воздуха. Эта химическая реакция происходит каждый раз под воздействием кислорода. И воздействие кислорода происходит во всем нашем теле. Он окисляет все, включая нашу ДНК. К счастью, мы обладаем собственными антиоксидантами, которые созданы, чтобы препятствовать разрушительному воздействию кислорода. Однако этого недостаточно, чтобы справиться со всеми повреждениями. Поэтому наш организм использует дополнительные антиоксиданты, которые поступают с едой, в особенности те, которые содержатся в цветных фруктах, таких как голубика, ягода асаи, вишня и красный виноград. Эти антиоксиданты содержатся в кожице фруктов. Их изначальной функцией является защита фруктов от окисления. Резерв содержит прекрасную комбинацию антиоксидантов, которые помогают восстановить поврежденные участки ДНК. Но для восстановления ДНК резерв должен сначала добраться до ДНК. Самым большим препятствием является проникновение сквозь клеточную мембрану. И лишь очень немногие ингредиенты способны на это. Было доказано, что резерв обладает способностью прохождения сквозь мембрану клеток. Так называемый КАП-И-тест измеряет антиоксидантный потенциал натуральных продуктов. Он был создан, чтобы определить, смогут ли антиоксиданты проникнуть в клетки и защитить их от окислительного повреждения. Резерв достиг невероятного кап и -E показателя в 37,1 единиц на кубический сантиметр, что намного превосходит все стандарты. Теперь вы понимаете, почему резерв восстанавливает ДНК, но это не единственное его достоинство. Резерв увеличивает продолжительность жизни. И я покажу вам, каким образом. Знаете ли вы, что если вы меньше едите, то можете прожить дольше? Если снизить потребление калорий на 40%, то это позволит на 30% продлить вашу жизнь. И это доказанный научный факт, который был подтвержден по всему миру. Почему же уменьшение калорий увеличивает продолжительность жизни? Чтобы понять это, давайте окунемся в увлекательный мир генетики. В каждой из наших 46 хромосом содержится от 20 до 30 тысяч генов. Эти гены содержат в себе секретные коды для производства тысяч различных белков, которые необходимы нам для развития, работы, мышления и выживания. Но не все гены активны одновременно. На самом деле одновременно активируются лишь 10% из них. Остальные находятся в спящем состоянии и просыпаются только если появляются специальные потребности. Некоторые гены остаются спящими на протяжении всей нашей жизни, за исключением случаев, когда мы в опасности. Когда наша жизнь под угрозой, просыпаются так называемые гены выживания. А именно просыпаются гены под названием сиртуин, которые в свою очередь активируют производство особых белков-ферментов под названием сиртуин ферменты. И угадайте, к чему это приведет. Эти ферменты начнут стимулировать наши функции и системы сердечно-сосудистую, иммунную, мозг, легкие, пищеварение и так далее. Но самое интересное ⁇ это то, что эти ферменты способствуют стабильности ДНК и подавляют формирование аномальных ДНК. А это способствует долголетию. Голодание и уменьшение калорийности на 40% распознается как угроза, и это автоматически активирует гены. Таким образом, уменьшение потребления калорий способствует долголетию за счет защиты всех наших функций. Но голодать всю жизнь ⁇ это не весело. И для большинства просто нереально. Вот почему ученые попытались найти что-нибудь такое, что могло бы имитировать снижение потребляемых калорий без необходимости голодания. И они нашли нечто. В красном вине. Красное вино содержит полифенолы. Полифенолы ⁇ это молекулы, которые делают красное вино красным. Шоколад темно-коричневым. Зеленый чай – зеленым. Виноград, яблоки, лук, арахис, ягоды и многие другие фрукты и овощи содержат большое количество полифенолов. Резвератрол – это одна из молекул, которая в большом количестве содержится в кожице красного винограда и играет важную роль для долголетия. Эти молекулы способны активировать сертуингены без снижения потребления калорий, чтобы помочь в восстановлении генов и, следовательно, увеличить продолжительность жизни. Итак, каковы же преимущества резерва для нашего здоровья? Резерв повышает выносливость. Резвератрол увеличивает в клетках мышц количество митохондрий, которые вырабатывают энергию, он также укрепляет мышечную силу, уменьшает мышечное утомление и улучшает координацию. Резерв улучшает память. Так же, как мы теряем силу и выносливость наших мышц с возрастом, мы наблюдаем и постепенное ухудшение памяти, времени реакции и обработки информации. Резерв улучшает память и времени реакции. Что резвератрол противостоит воздействию избыточного количества жирных кислот и замедляет процесс поглощения сахара кишечником. Резвератрол повышает сопротивляемость организма хроническим воспалениям, Хронические воспаления являются одной из главных причин повреждения ДНК. Было доказано, что резвератрол снижает воспаление на клеточном уровне. Как нам принимать резерв? Резерв представляет собой гелеобразную смесь. Гелеобразная форма подачи очень важна, так как это способствует биологической доступности наших ингредиентов. Это значит лучшее проникновение через пищеварительный барьер. Вы можете использовать от одного до трех пакетиков в течение дня в любое время. Подводя итог, резвератрол ⁇ это великое открытие. И, как обычно бывает с великими открытиями, решения основаны на очень простой идее. Принимая натуральные молекулы растений, мы можем включать и выключать гены, чтобы воспользоваться их противовоспалительными, антиоксидантными, антибактериальными и нормализующими уровень сахара эффектами, и в результате жить дольше. Резерв – это мощнейшая защита клеточного уровня, которая защищает от окисления и нарушений, вызванных свободными радикалами. Имитируя ограничения потребляемых калорий, он активирует сиртуин-гены и таким образом защищает наш организм от болезней, которые приходят с возрастом. Он нам дает больше энергии, улучшает сосредоточенность и концентрацию. Резерв ⁇ это замечательный продукт для каждого из нас. Меня зовут Уильям Залак, и я представляю поколение молодых. Увидимся в нашем следующем эпизоде.